Кому нужен английский в нашей комнате, чтобы это плюсики поставили? Есть у нас? Those who are English speakers, please write a plus in the chat. О, двое точно есть. Уже. We definitely have two English speakers. That's already good. Ну давайте, это у нас пробное начало в английском. У нас есть еще и параллельно словакский. Так, Андрей, это эхо идет от того, что я иду у спикера в колонках. Ир, сейчас мы сделаем. Я воткну наушники сейчас, и никто никого слышать не будет. Это я просто еще настраиваю. Так что все как бы это, еще буквально минут. Just a couple minutes and we will be ready. Эхо сейчас уберем. Так, что у нас со словакской комнатой? Андрей, слышно? Андрей. У нас... Алексей, а ты слышишь, у нас это... у тебя словакская комната работает? Так, это ты в словакскую вошел. А получается, там сейчас нету переводчика, Андрея нету, да? Нет, Андрей пишет, что он здесь. А, наверное, у него прав нету. Его не... Что? Микрофон, да. Меня как раз наоборот просили в моей комнате микрофон чуть побольше. Сейчас сделаю поменьше микрофон, да. Андрей, напиши ты что-нибудь в чате с провалами, да? Так, словаков слышно хорошо, вот Александр пишет. Так, сейчас секундочку еще. Это самое. Так, ну так словаков мы, Алексей, так и не можем включить, да? То есть там нет никого. То есть... Так, Андрей появился. Слышите меня? Да, Андрей, слышно сейчас, хорошо. Алло. Да, Андрей, слышно сейчас, хорошо. Все, я подсоединился, окей. Добрый вечер. Все отлично, сейчас тогда наушники включаю, сейчас начинаем. Также добрый вечер, пришедки. Начинаем. Словаки, почуєте на словенська звук. Сейчас, я все уберу. Это самое, секундочку. Не, все нормально, просто здорово звучит. Угу. Так, Ирина, вы все... Звук хороший, но увидел сигнал, и все. Угу. Так, Ирина, да. Вы готовы? Да. Все. Так. Сейчас тогда.
поддержку тела. Так, Чаба, сейчас хорошо слышно, видно, да? Все есть уже, контрольная проверка. Do you hear and see us well? Отлично, отлично. Так, Андрей, слышно, видно, все хорошо? Так, отлично, сейчас я тогда Ирину отключаю от внешней этого, динамика. Так, ну еще раз, друзья, прошу извинения за то, что технику настраиваем, потому что, видите, после определенного перерыва... Dear friends, our apologies for all these technical problems. Четыре комнаты одновременно, это довольно-таки four rooms simultaneous are quite difficult after a long break. Я вас не слышу. Ну, так очень слабоватенько, но я попробую у себя звук добавить. Ну, вот когда наклоняете голову, да, когда поднимаете, видно этот микрофон как-то далеко. Но это вот когда держите, тогда слышно, а когда висит, тогда слабовато. Так, ну что, давайте, друзья. Подготовка так более-менее закончена. Давайте... We have finished our preparation and let us start. Так, все, Чаба, начинаем. Я тогда на вас не ориентируюсь. Я тогда ориентируюсь на Ирину, на английский. Это там, у вас там все всегда... Сергей, все-таки микрофон плохо слышно. Это проблема, тогда в чат пишите, я тогда буду это самое. Сергей, вас очень плохо слышно. Так, Алексей, ты у нас готов? Ага. Ну все, друзья. Галактическая комната. Опять висит. Висит, да, Андрей? Нормально, но это не изображение. На русском реально почти не слышно. Да, да. Сейчас. Так, сейчас попробуем. Так, Ирина, сейчас как? Да, слышно сейчас? Вот, значит, я просто поменял наушник, это самое, не тот. Но тогда у нас Андрей сейчас пропадет. Так, секунду. Самое, что печальное, что мы эту настройку не можем сделать заранее, потому что комнаты включаются только за 20 минут. Unfortunately, we cannot work with these settings. Поэтому это будем отстраиваться по ходу. Before the conference, because the room is on only 20 minutes before the conference. So we will have to go through these technical problems for a while, but in several conferences we will be able to do that. Так, Андрей. Слышно, да, сейчас? Does everyone hear us? Ну все. Слабенько, но слышно. Сейчас, я только что убрал микрофоны, потому что просил.
Так, Андрей, сейчас лучше слышно? Is it better now? Так, а Is сейчас лучше слышно? Now? О, ну это мне надо в микрофон взять. Так, ну что, друзья, будем считать, что подготовительная работа закончена. Приносим извинения за технически некую согласованность, но все-таки это непростое занятие вести вот сейчас в трех или четырех комнатах одновременно. Dear friends, so the preparation is now finished, and once again our apologies, but it's not really easy to conduct this conference in 3-4 different language rooms. Приветствуем сегодня Ирину, это наш новый партнер, новый переводчик, который будет теперь с нами регулярно работать на английском вебинаре, а дальше, я думаю, еще надеюсь... And greetings to Irina, who is our new partner and interpreter, who is going to work with us in English and maybe also soon in French. Ну, давайте теперь традиционно. Сегодня 26 июля, значит, среда, традиционные наши технико-экономические вебинары по проекту. And now let's start our traditional webinar, which happens every Wednesday, and today is the 26th of July, that is Wednesday, so it's our technical and economical webinar. Проект Skyway после 1 июля переживает сейчас новый этап, переходит в новые горизонты, ставит новые задачи. The project Skyway up as of the 1st of July has come to new horizons and new tasks. 1 июля, когда мы провели экофестиваль, мы всему миру заявили о том, что технология существует и компания добивается тех целей, которые перед собой. During our Eco Festival, we have told the whole world that the technology exists and that the company does achieve its set goals. Экофест посетило более 5000 человек, более чем из 60 стран мира. Ecofest was visited by more than 5000 people from more than 60 countries of the world. И сегодня нет никаких сомнений в том, что технология существует и компания Skyway активно. And today there is no doubt that the technology does exist and that the company Skyway is developing actively. И как подтверждение этого, буквально на следующей неделе после Экофеста делегация Skyway была... And as a confirmation of that, literally the next week after the Ecofest, the delegation from Skyway visited India. Были проведены встречи на самом высоком уровне правительства. The meetings happened on the highest level of the government in India. Проведен целый ряд встреч с губернаторами крупнейших штатов. There was a whole range of meetings with the governors of different states. И уже начата реализация целого ряда адресных проектов, которые будут запущены в строительство. And the implementation of several address projects has been started that will be launched even this year. После этого Виктор Бабурин, которого вы видите сейчас на фотографии, до сих пор находится с визитом в Индонезию. After that, Виктор Бабурин, whom you see on the picture, is still visiting Indonesia. Где также проводит встречи на самом высоком уровне с первыми лицами. Where he conducts also meetings on the highest level with the top officials of Indonesia. И везде речь идет только о запуске конкретных адресных проектов с применением технологии. And everywhere the meetings are about launching specific address projects with using the Skyway technologies. Особенно значимы были слова министра транспорта Индии. Его вы тоже видите сейчас на фотографии. The words of the Minister of Transportation of India, whom you also see on this picture, were especially significant. Да, я сразу извиняюсь перед нашими коллегами из Словакии, из Венгрии, потому что фотографии мы пока показываем только в комнате для
русско-английского, для русско-английской комнаты. Так что в следующий раз техподдержка будет уже им. And once again, I would like to apologize to our colleagues from Slovakia and Hungary, because the pictures can be only seen in the room for English and Russian speakers, but the next time the technical support will work on that, you see the pictures too. Так вот, министр транспорта Индии, он на фотографии сейчас рядом с Анатолием Эдуардовичем Яницким. And the Minister of Transportation of India, who is on this picture next to Mr. Yunitsky, звучали так. Said the following. Что мы за вами наблюдаем, за вашей компанией с ноября месяца, когда познакомились и когда первый раз увидели технологию. We have been watching your company since November, when we first met the company and got to know about the technology. И тогда были определены цели и задачи, которые будут реализованы за ближайшие. And at that point there were goals and tasks set to perform during the next half year. И очень важно, что все, что было обозначено в ноябре месяце, сегодня к первому июля. And what's very important, that everything that was set as a goal in November has been accomplished by July 1st. Более того, во время предыдущего визита инженера Юницкого. Moreover, during the last visit of engineer Yunitsky to India, ему поступила просьба рассмотреть возможность создания путевой структуры с углами наклона более 30 градусов. К сожалению, русский пропал. Понятные слова, да? Завис звук. Так. Сейчас слышно еще? Да. Это интернет может скакать, ничего страшного. Да, сейчас слышно вас. Можно еще? Да, можно еще раз тогда повторить. Ну, отлично. Это просто... Да, интернет. Значит, предыдущий визит Юницкого в Индию, его попросили рассмотреть возможность создания путевой структуры с углами подъема более 30 градусов. During the last visit of Mr. Yunitsky to India, he was asked about the opportunity to create the track structure with the gradation more than 30 degrees. Это очень сложная конструкция, в том числе и подвижного состава, потому что она маятникового типа и должна постоянно быть в горизонтальном. And this is a very complicated structure, especially for the rolling stone, because it has to always keep a horizontal position. Но инженер Юницкий пообещал нашим индийским партнерам, что еще до конца года он покажет и путевую структуру. But engineer Yunitsky promised our experts that till the end of the year he will show the possibility to do a track structure and the rolling stone stock for these specifications. И сейчас можно четко сказать, что это обещание будет выполнено, потому что эта работа сегодня идет. And now we can be absolutely clear that this promise will be fulfilled, because the work on it is now going on very actively. Для нас это особенно важно, что в планы на этот год эта работа необходима. And for us it's very important, because this work had not been previously included into the plans for this year. Но из-за того, что стало понятно, что это востребованное направление, Юницкий спроектировал и уже запустил в изготовление именно путевую структуру и подвижной состав. But as we found out that there is a clear demand in this direction, then Yunitsky designed and already started the manufacture both of the tracks and of the rolling stock for these specifications. Я вчера участвовал в переговорах, где ведется подготовка встречи инженера Юницкого с главой, с президентом Республики Боливия. Yesterday I was present at the negotiations
to prepare the meeting between Mr. Yunitskiy and the President of the Republic, Valeria. И когда я озвучил, что мы сейчас изготавливаем и к концу года покажем путевую структуру с углами подъема более 30 градусов. And when I told them and showed them that till the end of this year we will be able to manufacture the track structure with the gradient of more than 30 degrees. Для наших боливийских партнеров это было на уровне шока. Они сразу сказали, что готовы заказать такую трассу для столицы Боливии. This was a Bolivian Republic, and our Bolivian partners were really shocked, and they at once said that they are ready to order such track structure for the capital of Bolivia. Потому что столица Боливии находится на высоте 4200 метров. И перепад высот в городе более 500 метров. Because the capital of Bolivia is quite unique. It is located on the height of 4,200 meters, and the change of height within the city is 500 meters. И это как раз сейчас показывает, что исходя из заказов и из пожеланий наших партнеров, конструкторское бюро может очень быстро выполнять задачи, которые сегодня необходимы. It shows that based on the orders and requests of our partners, our designer's office is able to work fast and develop new technologies. И на этой неделе мы показали все репортажи и показали производство, где есть 100% готовность к исполнению уже заказа. And this week we have showed all the reports and all the production producing according to these specific orders. Это еще пока заводы для мелкосерийного производства, только для первых заказов, но дальше это производство будет только расширяться и масштабироваться. As of now, these plans are for manufacture, conveyor manufacture of small numbers, but it will only escalate and be enlarged from this point on. И сегодня также ведутся переговоры, как я уже сказал. Мы ждем завтра очень серьезных новостей от Виктора Бабурина из Индонезии. As I have already said, we are in negotiations and are awaiting great results from Mr. Baburin from his meetings in Indonesia tomorrow. Сейчас готовится визит и большая программа работы. Now we prepare a visit and big program of work in Vietnam. И ведется очень серьезная подготовка для ближайшее время встречи инженера Юницкого с президентом Монголии. And now we are in the process of serious preparation for the nearest future meeting between Mr. Юницкий and the president of Mongolia. Я это показываю как иллюстрации того, что технология становится все более востребована, и на нее уже смотрят сегодня как на стратегию развития страны. Why I show all this is to illustrate that this technology is already in high demand and is considered as a strategy for development for the whole countries. И здесь, друзья, надо пояснить, почему сегодня интерес к технологии проявляют именно такие страны, как Индия, Индонезия, Боливия, Монголия, Казахстан, еще можно называть ряд стран. То есть прям Боливия, Монголия, Казахстан. And so, friends, why is this technology interesting for such countries as India, Indonesia, Bolivia, Mongolia, Kazakhstan and a whole range of the similar countries? Это страны, которые, у которых очень важно внутриконтинентальное развитие. Это страны, которые не имеют выхода в океаны и в моря. For these countries, the intercontinental development is very important, because most of them don't have a way out to oceans and seas.
и у них очень слабо развита своя транспортная инфраструктура. And they have a very weak transport infrastructure of their own. Поэтому на сегодня можно сказать, что технология Skyway открывает новые перспективы именно перед странами, которые были зажаты отсутствием транспортной инфраструктуры. So therefore we can say that Skyway technologies opens a new future of the for these countries that were limited by their transport situation. И после нашей выставки в Берлине Инотранс 2016 года. After our exposition in Berlin in Inotrans 2016, мы первый раз получили предложение рассмотреть стратегию развития целого государства, и это поступило от Филиппин. For the first time we received the offer to develop a strategy for the whole country, and this country was Philippines. Когда они увидели и познакомились с возможностями технологий, when they got to know the possibilities of these technology, то они нам заявили еще в Берлине, что нет смысла рассматривать что-то другое, надо опираться только на Skyway. They told us that there is no sense in considering something else additional. They should found the whole strategy on Skyway. На что им Виктор Бабурин сказал, что мы еще не готовы полностью показать технологию, потому что в ноябре мы еще не приступили к ходовым. To which Mr. Baburin answered them that we were not ready to show the whole technology because in November we didn't have tests yet on the field. Но возможности технологии были настолько для них необходимы, что они сказали: мы подождем, когда вы. But the possibilities of this technology were so enticing and necessary to them that they said we will wait for you to show us this technology. И когда в ноябре, 29 ноября, мы показывали первые ходовые испытания Юнипрема. And when on the 29th of November we have showed the first field tests of Unibike, то делегация Филиппин была на этой презентации, и еще не раз они приезжали на экотех. Then the Philippines delegation was present at that field test, and they afterwards visited the Technopark several times more. Точно так же делегация Индии, она приезжала не раз и не два, и, соответственно, точно так же были встречи уже в самой Индии с представителями именно транспортной. And the same goes for Indian delegations that visited us more than one or two times, and there have already also been meetings in India with the representatives of transportation industry. И здесь, друзья, я вас могу абсолютно точно заверить, что эта работа будет только расширяться, и проектов, и стран у нас все будет больше. And I can be absolutely confident in saying that this work, my friends, will only enlarge and will overtake more and more countries. И нас ждет на следующий год уже демонстрация скоростной путевой структуры, и следующий этап, которого, конечно, крайне необходимо всем показать технологии Skyway, это скоростной подвижной состав. Mm-hmm. And the next year we await the demonstration of the high speed track structure, and of course what is really necessary to show the high speed rolling stock. Потому что скорости, которые сегодня уже обозначаются для скоростного юнилета, скоростного Skyway, это 500 километров. Because the speeds already proclaimed for the high-speed Skyway, it's 500 kilometers per hour. Ни одна
скоростная железная дорога, ни одна сегодня наземная транспортная система не может обеспечивать такие... No other high-speed railway or any other land transportation system can provide such speeds as of now. И дальше уже говорить в развитии проекта. Сегодня Юницкий уже обозначил скорости, что через 3 года мы начнем уже изготовление и испытания подвижного состава с скоростями 1250 километров. And we have already heard about further developments. Юницкий has stated that in 3 years we will start manufacturing and testing rolling stock with speed of 1250 kilometers per hour. Поэтому горизонты, куда мы будем двигаться и что мы будем показываться, они практически не ограничены. Therefore, our horizons of where we are going, what we'll be able to show, are basically unlimited. И это гарантия того, что интерес к технологии будет постоянно возрастать. And this is a guarantee that the interest in this technology will constantly grow. А капитализация и спрос на те обязательства, которые мы сегодня с вами приобретаем, будет постоянно увеличиваться. And the capitalization and the demand for the collateral shares we are buying now will constantly grow also. И это как раз и есть основа того бизнеса, который мы создали и в который мы вас зовем и который мы вас призываем развивать. And this is the foundation of the business we have created and we are inviting you to join and to develop with us. И сейчас я передам слово Алексею Суходоеву. Он расскажет, как всегда, свое очень интересное видение на то, что сегодня происходит в Skyway. And now I would like to give the floor to Alexey Sukhodoyev, who, as always, will share with us his very interesting view of what is happening. И расскажет и покажет, наверное, вам картинки именно научной основы, на которой стоит технология. He will tell you and show you the pictures of scientific foundation of Skyway technology. Немного забегая вперед, могу сказать, что в ближайшее время мы переведем на очень многие языки именно научную платформу, которую разработал инженер Юницкий за последние полвека. Going ahead, I would like to say that very soon we will translate into many languages the scientific materials of the inventions by Mr. Юницкий in the last 50 years. И это та фундаментальная наука, на которой сегодня стоит вся транспортная инфраструктура, которая будет развиваться в ближайшие 30-50 лет. This is the fundamental science, which will be as a foundation for the whole transport infrastructure that is going to be developed in the next 30-50 years. И для нас с научной точки зрения это очень важно. For us, from the scientific point of view, it's very important. Потому что альтернативы сегодня струнным технологиям и Skyway сегодня просто не существует. Because there is no alternative to string technologies and to Skyway today. Как не существовало в свое время технологии параллельной паровозу и пароходу, то есть которые изменили... As at one point in history there were no alternatives to steam boats and steam trains, the technologies that basically changed the world. Как не существовало альтернативы автомобилю, который стал необходим для каждого человека, для каждого. As there were no alternative to cars that became an integral part of the life of every family, of every individual. Так же, как не существует технологии альтернативы сегодня смартфону, потому что это просто крайне
удобная вещь для каждого. As there is no alternative today to smartphones, because they're a really convenient technology for every person. А то, что мы создаем, друзья, Skyway, это то, что сейчас будет необходимо каждому человеку для того, чтобы спокойно, свободно, безопасно перемещаться по земле. And what we create today, Skyway, is something that every person will need to really move around in a calm, free and safe way. И в завершение уже своего выступления могу сказать, что развитие компании разбито на этапы, и сейчас мы стоим на пороге очередного смены этапа развития проекта. And in conclusion of my part of this presentation, I would like to state once again that the development of this company goes on in stages, and right now we are on the threshold of moving to the next stage. Это, с одной стороны, уменьшает доходность в будущем, которую приносит наши венчурные обязательства. On the one hand, it decreases the discount, meaning it decreases the income from our venture obligations. Но, с другой стороны, это показывает развитие проекта и то, что он становится все более надежным и более привлекательным для большего количества инвесторов. On the other hand, it shows the stability of development of our project, which becomes more and more safe and more interesting for a greater number of people. Ну, а я передаю слово Алексею. Алексей Суходоев – это директор компании Skyway Capital и тот, кто в проекте с самого начала его стадии на уровне краудинвестора. And now I would like to give the floor to Alexey Sukhodoyev, who is the director of Skyway Capital and who's been in the project from its very beginning of its crowdfunding. Алексей, тебе слово, я думаю, для тех двух англичан, которые у нас сегодня находятся на вебинаре. Алексей, the floor is yours, and I think it's good for the two English people who are present at this webinar. Так. Ну, друзья, еще раз могу сказать, что это у нас первый такой вебинар, и дальше мы будем все это только совершенствовать и только углубляться. Once again, I would like to say that this is the first such webinar, and it will only grow better and improve every time. Алексей, the floor is yours. Анатолий, приветствую, дорогие друзья. Thank you, Sergey, and greetings, dear friends. Алексей, одну секундочку, а ты в венгерскую комнату зашел? Да, я в венгерской комнате тоже. Я не вижу венгерской. Венгерской я тебя не вижу. А, все, появился. Отлично. Так, меня слышно в венгерской? Do Hungarian friends hear me? Так, словацкая не очень, да? Do Slovaks hear me? Так, ну, коллеги, это издержки, это схемы, потому что мы пробовали разные схемы. Чаба, хорошо слышно? Dear colleagues, these are the faults of the system. We have tried many different systems. Так, минуту. Минуту, коллеги, сейчас настроимся. Чаба, хорошо слышно? Не слышит тебя Чаба, Алексей. Да, говорит, очень Just a minute, we will check with everyone. He так, а сейчас? How about that? Да, и хрипит сильно, Алексей. And there is a big noise. А сейчас? А у меня хорошо слышно сейчас. Раз, раз. Так, Андрей, как у вас? Слышно, но что-то заводится. Андрей отключился. Так, и Чаба, вообще переводить сможете? Так, Андрей, а у вас как слышно? Так, Алексей, ну,
Так, Алексей, тебя не слышат. Нет, звук очень плохой. Ну, Алексей, давай я тогда сейчас расскажу тогда про это, а мы будем еще тогда совершенствовать. Тогда, друзья, да, Ирина, тогда продолжаем тогда со мной. Так, где у нас Ирина? Due to technical problems, which we are going to correct for the next times, Mr. Sibirikov will continue. As time goes on, we will definitely solve all technical problems. Please be patient with us. Несколько путей решения, как можно переводить синхронно на там несколько языков, хотя бы 5-8. We are looking for different solutions for interpretation into several languages, that is 5 to 8 languages. Мы, друзья, сделаем, ничего страшного. Все это такой текущий и развивающийся процесс. And with time, I believe we will find the ideal solution for that. So it's a process and it's, so to say, under construction now. Хотел, ну, вот мы с Алексеем договорились, что он представит сейчас именно научный труд инженера Юницкого, который называется «Струнные системы на Земле и в космосе». It was agreed upon with Alexei that he was going to present the scientific system of Mr. Юницкий called «String Transportation Systems on Earth and in the Space». Можно сказать из истории, что... Так, секундочку... Я пропал. Так, Чаба, появился я у вас, да? Все отлично. I beg your pardon, there is one room that doesn't hear me. В венгерской комнате тоже, так сказать, сейчас есть. Now it's fine. Отлично, все. Значит, давайте. Этот научный труд Юницкий представил первый раз в 1989 году. This scientific development was presented by Mr. Юницкий for the first time in 1989 on an international conference that occurred in the city of Gomel in Belarus. Система неракетного освоения космоса. Where for the first time the system of non-rocket space development was presented. В тот момент являлся членом Федерации космонавтики СССР. At that point, Юницкий was a member of the Cosmonautic Federation of the USSR. Он тогда первый раз представил концепт технологического решения. Как можно выводить огромное количество грузов в космос, не используя космических ракет? At that point, for the first time, Mr. Юницкий presented a concept of a technological solution how to bring lots of cargo into the space without using space rockets. Очень важно сказать, чтобы было понимание истории этого вопроса. And here it's very important for me to show you the background, the history of this issue. Лет назад, в конце 19 века, that a bit more than 100 years ago, in the end of the 19th century, Константин Эдуардович Циолковский, another Russian scientist, Mr. Циолковский, движение аппаратов, используемые закон сохранения импульса. He presented a concept of the motion of different devices using the law of keeping the impulse. Теоретически обосновал и показал, что
с использованием закона сохранения импульса ракеты могут выходить на околоземную орбиту. He was the first one to show, in theory, that rockets could go into orbit using this law of keeping the impulse. Обогнал свое время. Своими современниками Циолковский не был понят. He was very much ahead of his time, and he was not understood by the people living at his period of history. Стало понятно, в чем заключался гений Циолковского. Only with time it was possible to understand the genius of Циолковский. В половине 20 века уже выдающиеся инженеры, такие как Сергей Павлович Королёв и фон Браун, реализовали концепцию Циолковского. Only in the second half of the 20th century such genius engineers as Korolev and von Braun implemented the concept of this momentum conservation theorized by Циолковский. И начало 21 века мы видим бурное развитие сегодня космической отрасли. Это целое направление цивилизации, которое больше 100 лет назад описал Циолковский. And now in the 20th century and in the beginning of the 21st century, we see a very active space industry development as a whole direction of our civilization, which was described more than 100 years ago by Циолковский. Но прогресс не стоит на месте. Пришло время новым технологическим решениям, новым научным открытиям. But progress does not stagnate. There is time for new technological solutions, for new inventions. Обосновал и дал новый концепт движения, который использует также закон сохранения, но закон сохранения массы. And engineer Mr. Yunitsky has scientifically proven a new concept, which is also a law of conservation, but no longer a law of conservation of momentum, but the law of conservation of mass. Также обогнал свое время на очень много, то есть научный потенциал и научный мир не понял его в 89 году, что он предложил. And he was also very much ahead of his time, so the scientific world also did not understand him when he presented that concept in 1989. Решение и опережающее свое время, как Циолковский, который 100 лет назад предлагал ракеты для освоения космоса. It was so revolutionary, and this solution was so ahead of its time, just like Циолковский, who 100 years ago proposed the concept of rockets used in developing space. Упрощая и делая практическое применение тому открытию, которое сделал инженер Юницкий. And then simplifying and putting it to practical use, the invention made by Mr. Yunitsky. Технологию, которую мы сегодня продвигаем и которую развиваем под брендом Skyway. Thus he created the technology that we now promote and develop under the brand name Skyway. Это одно из разновидностей общей технологической концепции, общей технологической школы, которую разработал и создал Юницкий. This is just one of the branches of this common technological concept and school created by Юницкий. Но это не умаляет потребности и не умаляет ценность технологии Skyway. But being just one of the branches of this technology doesn't mean that it's the least or the last of it. Простая в реализации и более простая в понимании.
It's just simpler in implementation and in understanding. Она решает все проблемы, которые сегодня нам создала цивилизация. But friends, at the same time, it solves all the problems created by our civilization. От пробок мы сегодня огромное количество времени проводим в пробках. Skyway решает эту проблему. Today we spend so much time in traffic jams and the air we breathe is polluted, and this problem is solvable by Skyway. Автомобильных дорог это перегруженность и то, что они забиты сегодня фурами, то есть те, кто перевозит грузы. Today, one of the main problems of automobile roads is that they are overloaded, especially with trucks that carry cargo. Skyway removes freight transport from the roads, freeing the roads for passenger vehicles. Сжигают миллиарды тонн нефти для того, что и мы потом этим дышим, и это все выкидывается в природу, это убивает сегодня экологию. Automobiles they burn billions of units of oil and thus create pollution and destroy the ecological system. Skyway solved this problem. Мы не будем сжигать ни одного литра бензина. At the same time, the mobility of people will increase many times more. But we will not burn for that sake even one liter of gasoline. Сеть Транснет – это сеть струнных дорог по всей земле, по всей планете. When the Transnet network is built, and Transnet would be the network of string transportation all over the planet. 60% улучшит экологию и снизит выбросы, которые сегодня идут в биосферу планеты. When the Transnet is built, the humanity will improve the ecology by 60% while significantly decreasing the emissions into the biosphere. Еще очень важный момент, который нельзя не упомянуть, это то, что сегодня на автомобильных дорогах в год гибнет 1.5 миллиона человек и более 15 миллионов человек становятся инвалидами. What is also very important to mention that on the roads yearly 1.5 million people die and 15 million people become disabled. Абсолютно безопасный. Ни один человек не будет гибнуть на трассах Skyway. Skyway will be absolutely safe. Not one person will die on its network. Я очень часто слышу вопрос, а зачем же создавать общепланетарное транспортное средство? Зачем нам надо сегодня вывозить миллионы тонн грузов в космос на геостационарную орбиту? But I often hear the question, why then is it necessary to create an interplanetary transportation system and carry out millions of tons of cargo into space? And the answer, friends, is very simple. Экологии, все, что сегодня гадит на нашей планете, должно быть вынесено за пределы атмосферы. Everything that as of now harms our ecology, everything that damages it has to be taken outside the limits of our biosphere. Нефтехимические заводы, все, что сегодня отравляет атмосферу, должно находиться за ее пределами, должно находиться на геостационарных орбитах. Это будут летающие заводы.
Everything that poisons our atmosphere today, these are metal production plants, oil and chemical plants, they have to be taken outside our atmosphere and to be placed on geostations that would orbit the planet. Позволит более чем в два раза улучшить экологию Земли. Skyway would help to improve the ecology of the planet more than two times. Следующая система, которую разработал Юницкий, она сделает планету абсолютно чистой. But Spaceway, that is the next step in technology developed by Yunitsky, will make the planet completely clean. Сегодня некоторые предсказатели или футурологи, они нас пугают будущим. Нам будущее показывают как что-то страшное. Today some prophets or futurologists try to scare us with our future. They show it as something terrible. Какими-то кризисами и проблемами. We are constantly threatened by some future crisis or problems. Мы считаем, что все будет с точностью да наоборот. Skyway решит все проблемы, которые сегодня стоят перед цивилизацией. But friends, we proclaim that it will be totally on the contrary. Skyway will solve the existing problems of the planet. Месторождения, которые сегодня не могут разрабатываться, потому что до них невозможно добраться. Skyway will give us access to new mining resources, which as of today are unavailable because you cannot get transportation there. Освоение новых территорий, которые сегодня недоступны и которые сегодня кажутся непригодными для жилья. Skyway will allow us to develop the new territories that today seem unavailable and inaccessible to build living accommodations there. Неограниченное количество продовольствия для того, чтобы прокормить население Земли в два и даже в три раза больше, чем сегодня. Skyway will allow us to get unlimited provision for food to feed the population that would be more than the current population two or three times. Неограниченное количество высокооплачиваемых рабочих мест, где люди могут работать, зарабатывать и содержать свои семьи. Skyway will provide unlimited high paid jobs where people would be able to work and provide for their families. Чистую воду, есть чистые продукты, дышать чистым воздухом и жить в чистом лесу. And with all that, we would be able to drink pure water, to eat clean food, to breathe in fresh air, and to live in a pristine forest. Зеленой траве, не бояться, что я не буду бояться, что они могут попасть под автомобиль. And our children will be able to run around on green grass, and the parents, including me, won't be scared that they would be crashed by a car. Если кого-то пугает, то нас, кто создает технологию Skyway, наоборот, мы хотим, чтобы это будущее быстрее настало. Therefore, if some people are scared by the future, we, those who build the technology Skyway, on the contrary, can't wait for this future to come. Очень счастливое и очень привлекательное завтра. Because this will be a very happy and very attractive tomorrow. Мы утверждаем не то, что это будет, это какая-то мечта. Мы это создаем уже сегодня. And friends, we do not simply proclaim that this will be this way. We don't simply dream. We create this future today. И самое главное, как в этом участвовать и как на этом заработать.
And we know how to develop that, and most importantly, how to take part in it and how to gain from it. Зовем вас уже завтра, которое будет намного интереснее, намного привлекательнее, чем сегодня. So already today we call you to join us in the tomorrow that will be much more interesting and much more attractive. Вот, друзья, скажем так, это то, что я сейчас говорил, это рассчитано для тех, кто не погружен еще в проект Skyway, для тех, кто говорит на английском языке, и тех, для кого этот проект может быть потенциально привлекательным. So this, friends, was the presentation for those who are not yet deep in Skyway project, mostly for our English speakers, to whom this project might be interesting. Вы, наверное, очень хорошо поняли, что проект развивается и ведутся десятки переговоров сегодня с правительствами различных стран по внедрению этой технологии. Today, from today's meeting, you must have understood that the project is developing, that there are numerous negotiations going with different governments for the introduction of this project on country levels. Будет уже инженерная база и производственная база, которая изготавливает опытные экспериментальные образцы. And that today the engineering and manufacturing bases already exist, that already produces trial units. Будет демонстрационная площадка, которая находится в Белоруссии вблизи города Марьиногорка. Today we already have a demonstration platform located in Belarus near the city Marienburgka. Развивается и готовится производство уже более крупных серий путевой структуры и подвижного состава. Today there is an active development and already a manufacture going for the greater numbers of series of tracks and rolling stock. Самое главное, что за этим стоит большая наука, длительные разработки, и это научный тренд, мировой тренд, который изменить невозможно. And what's most important, that in the foundation of all this, there is major science, major development, major global trend that is impossible to reverse. Точно утверждать, что тот, кто сегодня пришел в Skyway, он оказался в нужном месте в нужное время. And I can definitely say that those people who have joined Skyway today are in the right place at the right time. Следите за нашими новостями, изучайте проект и принимайте для себя решение, насколько вам это интересно и важно. So follow our news, study the project and make your own decision. How interesting and how important it is for you. Я считаю, что для первого у нас такого вебинара, Ирин, и для вас, и для всех остальных, я считаю, очень хорошо и плодотворно. Строй Skyway, спасай планету. So I believe that for the first webinar it was quite successful, quite good. So what I can say is build Skyway and теперь save the planet. Теперь мы будем проводить такие встречи каждую неделю по средам в 21 час по Москве, по московскому времени. So from now on we will conduct such meetings every Wednesday at 9 p.m. Moscow time. That is 8 p.m. European time. Показывать последние новости проекта Skyway, рассказывать о направлениях, трендах, которые происходят, и, соответственно, показывать, насколько это привлекательно и интересно для инвесторов, которые сегодня могут войти в проект.
And in every webinar, we will show you the latest news, we will tell you of the latest trends, and of course, show you how attractive this project can be for the investors that want to take part in it. Ирин, я тогда еще буквально три слова для уже для наших скажу. That's it. Вы уже это можете на английский не переводить. That's it, friends. So see you next time, and the following will be just small information все for the Russian speakers. Я считаю, что сегодня тоже очень так хорошо мы для наших англичан отработали, поэтому видите, мы немножко другую форму дали, поэтому на следующей неделе будет немножко другой вебинар. А, то есть получается, это может быть, Чаба, просто английский, видно, идет быстрее переводится, я ориентировался на Ирину, там, на нашего нового переводчика. Тогда хорошо, в следующий раз буду тогда уже на вас. Сейчас я у Андрея спрошу. Так, Андрей, а как с переводом, успевал? Так, Андрей говорит, что нормально, да. Так, все, Андрей, тогда прощаемся, строй Skyway, спасай планету. В субботу я в Брно. Так что до встречи. Да, до встречи в Брно уже, да. Так, Чаба, значит, Андрей успевал, все, значит, в следующий раз я буду тогда ориентироваться по вам уже, так сказать, потому что английский и словакский, видно, быстрее идет перевод. Так, я сейчас выключился. Так, друзья, как видно, как слышно? Я буквально три слова еще для нашей аудитории. Да, друзья, я прошу, да, Тамара Дуранова, значит, это, я прошу, чтобы вы с пониманием относились, что это несколько другого плана вебинара, это не так, как вы привыкли, когда идет определенное доведение информации, все. Здесь все-таки мы ориентируемся, хоть и сейчас не так много было англичан, мы не на это сейчас ориентируемся. Самое главное, друзья, что он в записи, и мы его дальше будем раскидывать уже Индонезия, Филиппины.